Welcome to the United States. Добро пожаловать в США. Thank you very much. Всем привет. Сегодня 14 марта. И мы выбрались на бассейн немножко искупаться. Не надо торгаться. А что, я? Холодно. А я только что вылез из бассейна, еще вода прохладная. Рожу свою близко сниму. В общем, пока еще вода прохладная. На улице жара 30 градусов. Как раз классно, чтобы освежиться. Просто мы привыкли, что летом, что на улице, что в бассейне, вода просто горячая. А сейчас вода как раз классная, чтобы запрыгнуть, проплыть, освежиться. Как обычно в Украине летом в речке вода вот такая. Сегодня здесь вода. Вот сидим. Я только что искупался, Оля боится. Ей холодно. Сидим, ножки мочим. Вот где-то враг купается. Ну почему? Вот парень говорил мне, что вода холодная. Ну это уже... Тебя в детстве это бы задержало? Это уже называется... Флорида просто зажрались. Они не знают, что такое вода холодная. Как раз классная вода, что купается. Вот такая у нас сегодня хорошая погода. Солнышко. Солнышко. Пальмы. Красота, короче. Красота, красота. Вот, тучка солнышко закрыла. Сними шорты с Спанч Боба. А я классные. Классные. Video. You're gonna see on YouTube. Ладно, отдохнем и будем дальше работать, пока позагораем. Ну все, пока.